Интернет сегодня наиболее удобный инструмент для поиска работы. Всемирная паутина предоставляет множество различных путей найти интересные вакансии. Все больше работодателей и соискателей рабочих мест пользуются этим инструментом. Успешная интернет-компания CV-Market объединила в своей базе данных сведения обеих сторон – CV соискателей работы и перечень востребованных вакансий. Благодаря сайту CV-Market вы можете получить предложение трудоустройства не только от латвийских работодателей, но также из ближнего и дальнего зарубежья. Латвийский портал CV-Market предлагает работодателям разместить свою вакансию. Публикацию размещают как латвийские, так и зарубежные работодатели. Соискателям необходимо зарегистрироваться, составить правильное CV и отправить кандидатуру на интересующую вакансию. Работодатель примет заявки и выберет подходящего сотрудника. На портале CV-Market доступен широкий выбор вакансий – от руководящей должности до работы в сфере обслуживания. Грамотно составленное резюме – первый шаг к успеху. Консультанты компании расскажут о том, из каких разделов состоит резюме, и помогут правильно их заполнить. На интернет-портале трейдерской компании размещен и перечень основных ошибок при составлении CV. Очень большая ошибка соискателей, что они просто вносят в список должность, но не прилагают список обязанностей в должности, что они делали на предыдущей работе. Мы пытаемся переговорить с каждым претендентом, рассказать о том, как легко на нашем портале есть возможность найти рабочее место, а также правильно заполнить CV на нашем сайте. Консультанты портала помогут вам не только правильно заполнить документы, но и подобрать подходящую должность, для которой ваши данные наиболее конкурентоспособны. Кроме того, на сайте CV-Market есть возможность вычислить среднюю заработную плату желаемой должности, пройти психологический тест, проследить интерес работодателей к вашему CV и отдать свой голос в топ-10 за компанию работодателя. Активные пользователи интернета узнают последние новости CV-Market в популярных социальных сетях.